Безусловно, центральная новость сегодняшнего дня – первая победа сборной страны на домашнем для себя чемпионате мира. Барнаул, как и вся Россия, этой ночью не спал. Но еще бы! Увидеть голевую феерию от команды Черчесова болельщики могли сразу на нескольких больших экранах. Центральным местом притяжения зрителей стал парк спорта Алексея Смертина. Здесь открылась официальная фан-зона. За 3 часа до начала матча против Саудовской Аравии болельщики могли поучаствовать в конкурсах, посмотреть развлекательную программу, а также познакомиться с нашим местным волчонком Забивакой. Правда, в ответственный момент талисман так и не смог выбрать, на чьей стороне – сборной России или Саудовской Аравии. Видимо, испугался большого количества болельщиков. Среди зрителей были замечены первые лица края, известные люди города и родственники наших игроков, например, Александра Ерохина. Буквально 1.5 часа назад я ему написал, что весь Барнаул вместе с нами, с нашими друзьями болеет за него, за всю Россию. Пожелал ему много-много силы, чтобы он не смотрел ни на кого.